Добрый день, с вами Чайный Инспект, и сегодня у нас будет очередное знакомство с новым смартфоном от компании Huawei, это Honor X10. В этом ролике мы посмотрим на данный смартфон вживую, также я расскажу об его основных характеристиках. Готовы? Поехали! Начнем с цен и конфигураций. Как и в прошлой модели линейки X, Honor X10 претендует на высокий уровень продаж за счет привлекательного соотношения цены и качества. Имеется три конфигурации по памяти. Это 6 плюс 64 гигабайт, 6 плюс 128 гигабайт и 8 плюс 128 гигабайт. Младшая версия стоит 1899 юаней или $267. Средняя 2199 юаней или $309, а максималка обойдется в 2399 юаней или $329. По расцветкам на выбор представлены 4 вариации. Черная монотонная без текстуры, синяя, серебряная и оранжевая. Внешне, если сравнивать смартфон с прошлой моделью Honor 9X Pro, новинка стала на 0,7 мм уже и на 0,6 мм длиннее, что в принципе не так сильно заметно на глаз. По толщине смартфоны идентичны, а вес X10 составляет 203 грамма, что на 3 грамма меньше, чем у предшественника. Корпуса смартфона выполнены из схожих материалов, то есть здесь с тыльной стороны стоит стекло. Единственная текстура в новой модели имеет несимметричный узор. Здесь очертания X смещены с поворотом вправо. В остальном модуль камеры в X10 имеет матричный тип, с тремя сенсорами в одном ряду и элементом вспышки в другом ряду. Боковая рамка выполнена из пластика, справа от экрана расположены кнопки включения и регулировки громкости. Причем, как и в прошлой модели, сканер отпечатка пальца встроен в кнопку включения. Снизу расположен порт Type-C, вырез под динамик и микрофон, а также слот под две нано-сим-карты с возможностью в один из слотов разместить NM-карту памяти до 256 гигабайт. Сверху расположен выдвижной модуль с фронтальной камерой, также вырез под микрофон и аудиовыход. То есть в новой модели аудиовыход и слот под сим-карты поменялись местоположениями. В целом, по ощущениям в руке, я не нахожу отличий с прошлой моделью. Приятная на ощупь задняя поверхность, сбалансированный с размером вес, закругленные края придают комфортность в эксплуатации. Теперь поговорим о фронтальной части. Экран в новой модели вытянулся до современного трендового стандарта с соотношением сторон 20 к 9. При этом диагональ дисплея немного увеличилась до 6,63 дюйма. Можно заметить, что нижняя рамка в новинке немного уже, чем в 9X. В X10 стоит IPS-матрица с максимальной частотой 90 Гц, а максимальная частота сенсора составляет 180 Гц. Экран здесь без каких-либо вырезов и имеет небольшие симметричные рамки. Теперь поговорим о железе. Чипсет в X10 прокачался с 810 до 820 Кирина, и смартфон стал с поддержкой сетей 5-го поколения. Также здесь процессор разделен на 3 кластера и 8 ядер. Первый кластер высокочастотный с одним ядром Cortex-A76 и максимальной частотой 2,36 ГГц. Далее идет три ядра Cortex-A76 по 2,2 ГГц. И третий кластер состоит из 4 ядер энергоэффективных A55 по 1,84 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Mali-G57. Данный чипсет в синтетических тестах набирает примерно на 16% больше баллов, чем предшественник Kirin 810. Еще одним апдейтом в данном смартфоне является основная камера, которая теперь состоит из 3 сенсоров. Основной модуль имеет 40-мегапиксельную матрицу RYYB от Sony IMX600 с апертурой f1.8. Второй модуль – это ширик на 8 мегапикселей с апертурой f2.4. Третий – это макромодуль на 2 мегапикселя. Фронтальная камера здесь перешла от предшественника, это 16-мегапиксельный модуль с апертурой f2.2. В остальном новинки установили более емкий аккумулятор на 4300 мАч, а также поставили зарядку на 22,5 Вт. Ранее в 9X стояла 10-ваттная зарядка, поэтому смартфон заряжался около 2 часов. В Honor X10 не поставили модуль NFC, по крайней мере в китайскую версию точно.
Также здесь нет 20 бенда связи 4G сетей, а 7 бенд работает только на втором слоте сим-карт. В целом, по мне, X10 получился спорным. Во-первых, внешне он практически ничем не отличается от прошлой версии, кроме расцветки корпуса и огромного матричного модуля, на одном ряду которого нет ни одной камеры. Во-вторых, здесь небольшой прирост производительности, добавили ширик на 8 мегапикселей с низкой светочувствительностью, хотя в 9X Pro этот модуль уже был. Также увеличили емкость батареи и скорость зарядки. Единственное, самым большим отличием стало то, что новинка является 5G смартфоном, но для наших рынков это не важно. В общем, я считаю, что Honor X10 стал расширенной 5G версией Honor 9X Pro, так как компания не сделала каких-либо кардинальных технических изменений. Например, как это было с перехода от 8X к 9X. В Китае сейчас разница в цене между 9X Pro и X10 всего 200 юаней, что очень приемлемо за такой апдейт. Поэтому у новинки есть все шансы стать топ продаж в данной компании. А что думаете вы? Как вам новинка от Honor? Делитесь мыслями в комментариях, а у нас на этом все. Спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Telegram и группу ВКонтакте.